С вами Александр. Снимал сейчас ролик «Веган пилит дрова босиком», но не переключил телефон в режим автономной работы. И пару звонков оборвали ролик, и все дрова, что я попилил без видео. Но я привык не откладывать те дела, которые на завтра, те, которые можно сделать сегодня. И поэтому переснимем ролик, чего бы мне этого не стоило. Так что продолжаем. Дубль 2. Заводим нашу пилу. Так, Боня, посторонись. Боня, пилка. Страшно сейчас будет.
заканчивается уже бензин. Что все проблемы у нас в голове и в нас, и все эти проблемы легко решаются. Так что с первого раза не получилось записать, записываем со второго. Если забудете записывать на телефон, то помните, что лишний раз нужно включить автономный режим. Вот, на этом будем закругляться. Меня больше даже беспокоит сильный ветер, чем вот этот прекрасненький холодненький снег. Мыться это слегка напоследок. Где-то почище найти. Ой, класс. Ой, хорошо. Вот так. Ой, обтирание снега. Ой, класс. Класс. Фу. И никаких соплей. А дрыщавый, не дрыщавый вид. По соплям мерить будем. Ладно, будем закругляться. Подписываемся на канал, оставляем комментарии. Желаю всем всего доброго, счастья, здоровья. Пока-пока.